Добрый день, сябры! Привітання вам з Бреста. Мы с вами недавно обрезали розу Blue Girl. Посмотрите, сколько осталось у меня материала после обрезки. Blue Girl – роза чудесная, роза прекрасная. Очень нечасто встречается в продаже, поэтому захотела ее начеренковать для того, чтобы сделать больше счастливых садоводов. Ну и поскольку у меня есть такая возможность сейчас и время, я хочу черенкование показать вам, именно осеннее черенкование. Черенковать вы розы можете, вот, начиная с конца первого цветения и прям до зимы. Но мы ведь с вами заинтересованы в чем? В том, чтобы хлопот было мало, полива было немного, солнце не выжигало эти розы, а результат был 100%. Ну согласитесь, но хочется ведь так, да, чтобы наименьшими усилиями получить максимальный результат. Так вот, секрет счастливого садовода. Друзья, если вы предпочитаете осеннее черенкование, тогда начинайте черенковать розы, когда температура воздуха опустится ниже плюс 10 градусов. Это идеальное время для осеннего черенкования, не в сентябре. Потому что в сентябре, к примеру, вот в нашей пятой климатической зоне, у нас 30 градусов было. Это какой нужно обеспечить полив и притенение для того, чтобы эти черенки не страдали от такого солнца. Давайте черенковать. Для того, чтобы понять, насколько хорошо вызрел стебель, посмотрите, шипы отделяются хорошо от стебля или нет. Если отделяются, они так как бы чуть даже с треском, так и оп, знаете, так щелкает прям. Все, стебель вызрел хорошо. Розу можно черенковать. И еще плохо приживаются те черенки, которые с лета болеют розы. Понимаете, если роза болеет мучнистой росой, ложной мучнистой росой, эти плохо приживаются черенки. Наша задача с вами взять здоровый стебель розы и нарезать его на черенки. Давайте нарежем. В прошлый раз все спрашивали, Наташа, а как резать? Под углом? Вот так? Или прямо? Вот так? Друзья, да без разницы, как резать. Вот это вот такое единственное, что когда мы вот так вот режем, в землю легче опускать. Поэтому берем, нарезаем стебель розы на черенки, состоящие из трех листов. Вот раз, один я сорвала и третий. Посмотрите, друзья, вот у меня два стебля. Видите, какой они длины? Приблизительно, наверное, сантиметров 10 получилось. Стебли 10. 11, наверное, тут вот сантиметров эти стебли. Что я сейчас буду делать? Вот прямо здесь, под кустом розы, обрываю два нижних листа, оставляю только один верхний лист. Вот. И опускаю в грунт. Все, друзья, больше ничего не требуется. Так, берем еще один побег. Вот давайте с этим поиграем. Повторяем пройденный материал. Берем. Итак, у нас получилось один лист, второй лист, третий лист. Снизу срезаем под углом, так легче протыкается грунт. Обрываем все листья, кроме верхнего. И погружаем в грунт до верхнего листа. Вот что у меня получилось в результате. Сколько черенков я начеренковала, не скажу, но вы видите, что тут, наверное, штук 20 точно есть. Посмотрите, пожалуйста, вот на такие стебли. Я их для черенкования сегодня не использовала, потому что у них очень рыхлый, пористый, толстый стебель. Возможно, это особенность сорта такая, но у многих чайно-гибридных роз вот именно такая особенность. И толстые вот эти черенки не приживаются или приживаются не очень хорошо. Я уже показывала у себя на канале черенкование осеннее, но тогда было очень много вопросов. И сейчас мой даже муж настоял на том, что Наташа, пожалуйста, еще раз покажи черенкование, но уже ответь на те вопросы, которые ты не осветила в прошлый раз. Друзья, было очень много вопросов, а надо ли розы после черенкования поливать? Да, друзья, если дождей много и грунт влажный,
можно не поливать. Но если вы видите, что плюс 10 и земля суховатая, полейте, пожалуйста. Если вы черенкуете в первый раз и волнуетесь, и не понимаете вообще, достаточно ли влажный грунт, ну полейте, пожалуйста, эти розы, и все на этом. И до весны можете их больше не трогать, совершенно не трогать, потому что природа все сделает за нас. Осеннее черенкование – оптимальный вариант размножить понравившиеся сорта. Второй очень частый был вопрос: Наташа, а банкой ты накрываешь? Летом накрываю банкой всегда, а осенью не накрываю. Мы с вами проводили эксперимент в прошлом году. Часть роз накрыла, часть не накрыла. В общем, укоренились отлично все. Банка ведь она нужна для создания такого парникового эффекта. А зимой какой парниковый эффект? Скорее, банка нужна для того, чтобы эти черенки не поломало под грузом снега, не поломали животные, ну, как такой, как оберег наших черенков. Но в зимний период банка или какой-то такой вот контейнер не дает ничего. И еще один момент. Нужно ли укрывать эти черенки на зиму? Я черенкую розы рядом с кустом розы, с которой я их срезала. Поэтому мне не нужно подписывать эти черенки для того, чтобы запомнить, какой сорт здесь растет. И второй момент. Я укрываю маточный куст, и рядом с ним укрываются черенки. Специально никаких условий для них не создаю. Но если у вас так получилось, что вы черенковали в каком-то месте отдельном, тогда укрываем их так же, как укрываем взрослый розарий. В моем случае это спанбон 60-ка в два слоя. Натягиваю на дуги, и вот так зимуют и взрослые кусты роз, и черенки. Я вам желаю отличного черенкования, а на сегодня у меня все, друзья, до свидания.